Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова я, The Master, и также снова еще Пингвин. Здорово. Пони. Здоровье, Видали. И Казмо с нами сегодня. Привет всем. Алина, короче, сегодня не будет, потому что она устала и пошла спать, а мы хотели играть дальше, и она сказала, играйте без меня. Мы сказали, ладно. Она сказала, что на следующую серию обязательно залетит. Ну, нет, надеюсь, нет. Зайдет. Что? Ужас, да? Ужас. Короче, да, ну, короче, следующая серия, она будет, чуваки, вот. Обязательно залетит, мужик. Ужас. Давай без этих. Так, у нас план на серию, давайте сразу обговорим. Так, смотрите, наш план на серию. Во-первых, пока серии не было, я вот эту гору снес, потратил на это две медные кирки, также рассадил здесь цветочки, чтобы было красиво. Короче, смотрите, наш план на сегодня, мы должны перейти в следующий век, либо хотя бы нафармить меди. Также, Казмот, у тебя вообще ничего нет, да? Ты же бомж, да? Да, все верно. Так, что же мы тогда будем с тобой делать с таким бомжом? Ну, на хотя бы корзину возьми одну. У нас пока что такой вот пакистанский дом. Ну, я думаю, мы его забором обфигачим. А, нам нужно перейти в деревянный век. Пони, слышишь, да? Век сундуков хороших. Вот это вот, да, это очень важная фигня. Я пока... где глина-то? А глина где? Пинги, ты можешь нормально объяснить? Ладно, я побегу, сейчас ее накопаю. А, вот, нормально, накопай. Я еще выяснил одну штуку, не помню, на прошлой серии я говорил это или нет, но, короче, оказывается, в этой версии, в новой, да, потому что раньше такого не было, год назад, когда мы играли, 2 года назад такого не было, шкуры теперь портятся, вот, понимаете, шкуры портятся, и это, если честно, кринж, потому что, ну, раньше ты мог просто закидать кучу шкур, и когда у тебя уже появляются бочки и все остальное, их там этот, а теперь они гниют. Кстати, вон шкуры гниют реально, типа, можно их просто выкидывать, они сейчас нам просто не нужны, без бочек. И без извести, там же еще извести нужна, да, понял, вроде, извести нужна. Я ужас. Побежал за глиной. Давай, сходи за глиной. И, короче, это, чуваки, если честно, кринж, потому что, ну, ну, вот ты шкуру медведя кидаешь на пол, да, и она у тебя в доме лежит, условно говоря, и она не портится. Почему здесь шкуры портятся, я не понимаю, может... Потому что ее обрабатывают. Потому что ее обрабатывают, мне кажется, конечно. Ну... Я просто видел, ну я скажу так тебе, Пингвин, я, короче, ну, был дома у одних челов, которые охотятся. Я спрашивал про шкуру медведя, они говорили, да вот, типа, убили, хавали его долго, а шкура вот висит. Я не... Ну я, не, я понимаю, но они, наверное, как-то шкуру все равно обработали. Ну, может, типа... Иначе от нее будет запах тоже будет, да? Тоже да, будет, я думаю, они какие-то действия предприняли, чтобы шкура хранилась-то. Ее, скорее всего, чем-то, какими-то жидкостями в чем-то замачивают. Вот как, просто вот может, это просто... известь, это древний метод. Вот, а мы пользуемся кустарным методом в игре, потому что, думаю, есть что-то современное, технологичное. А так если я просто в воде ее помощу? Да, я думаю, тоже так не сработает. Вода-то что? Так подожди, пони, я не понял, голубая глина подойдет или нет? Нет. Я изначально сказал, мне нужна огнеупорная глина. И ты меня привел к голубой глине, то есть как вообще? О, пони, можешь накопать немного голубой глины, мне нужно? Я накопал. А, накопал? Ну, у нас есть голубая глина, мне нужна огнеупорная. Я просто думал, на спауне у нас как раз таки повезло, что у нас спаун именно с огнеупорной глиной. А где? Просто я знаю, что Лина знала, где огнеупорная глина. А прямо на спауне у воды. Ты у воды побежишь. Вот, я накопал уже 3 стака. А огнеупорный? Так это голубая. Нет, глина. Ты прикалываешься, бро. Но я ж не знал, какая она, я ж не изучал ее. Ну, ладно, а ладно. Что ты сейчас опять говоришь про спавн именно это так не столько да, да, глину, как что... где? Ты говоришь, по берегу пробегись. А, не, ну беги, да, тут фейлишь немножечко. А ничего, а я-то при чем? Да ты сказал, что огнеупорная. С чего мы говорим, какая нужна, бро? Да он просто тебя троллит. Он просто тебя троллит, бро, реально, не парься. Скам какой-то. Главное, чтобы не кам. Короче, вот, смотрите, наковальню мы поставили вот здесь. Если что, пони сделал. А для тех, кто не знает, как она делается, мы ее отлили вот из этих вот, вот, ну, из такой вот штуки. Да, очень легко делается. Да, она, на самом деле, очень... первый раз, когда мы играли, казалось, что, типа, нужно 3 высших образования сдать, чтобы ее сделать. У нас просто не было такого количества меди. Да, ну и не было такого количества опыта, как сейчас. Да, я просто, мы сразу, типа, такие, о, поищите медь заранее. Все, поискали уже, там кто-то сито там сидел, что-то добывал. Ну, просто мы знаем способы фарма. Я так понял, вы помните, да, что, чему? Ну, не то, что прямо чё к чему, но основные примерно базовые вещи знаю. О, я кварц тут где-то нашел. Я прям тут забыл, да, кварц нашел. Ну, вот это просто Казмот с нами не... Ты с нами играл только 2 года назад, понимаете? Казмот с нами играл 2 года назад. Олды, кто еще тут с тех времен? Я так говорю, как будто бы у меня новые подписчики появляются, знаете? Вот, типа, вот Казмот вернулся, ура, типа, ура, наконец-то этот блудный сын. Блудный сын вернулся. Блудный сын вернулся, да, ну нормально, Казмот. Сортировщик сундуков, жив, здоров. Сортировщик сундуков, да, Казмот, ну ты смотри, как бы помнишь свою задачу, да, самое главное.
Я ее помню. Ну, я как антилопа по горам прыгаю. Не, не, по горам, не, Космос, самое главное правило в этой игре, я вот в прошлой серии понял, пока тебя не было, да? На горы не лезь нахер вообще, это типа самое вот идиотское решение, что можно придумать, и полезть в горы нафиг. Да, да, капец, мне тяжело передвигаться. Я, знаешь, что еще у меня, я еще более идиотское сделал, пони, знаешь, что я сделал? Я просто взял, решил запаркурить и сделать такой прыжок, типа, знаешь, прыгнуть и с подворотом завернуть, понял, типа? Я сейчас понял, только что так упал. Да, персонаж не заворачивает. О, что такое? Отключили. О, кажется, я могу зайти, чуваки, кажется, я могу зайти. Данные получены, запускаем клиент. Ну все, это было временное помутнение. А где мясо? Камень положить на землю. Пони, ты мне так мило по одному кусочку. А, нет, тут три, ладно. Я думал, ты мне чисто один кусок оставил. Нет, бро, я четыре кусочка съел. Нормально, нормально, нормально. Я тоже хаваю. Так, ну я тогда лопату делаю и это. И иду тоже искать глину. Нам глина нужна, да? Все. Ой, я нашел глину, прикиньте, быстро очень. Да, хорош. Да. А глина нам зачем? Справьте печку. А, печь, печь. Помнишь, мы слитки подогревали, помнишь? Да, 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 да. Это типа там у обычных типа не хватает запала, пороха в пороховницах. А у этих хватает, я помню. Зачем? Бро, нам просто надо крицу делать, понял? Типа металла обжигать. Крицу, я помню крицу, да. Да, мы не будем в тигелях же это делать, понимаешь? Так, Космон, я тут говорю, что у тебя медь. Нифига ты что под землей делаешь? Лезвие ножа. А ты уверен, что если у тебя медь, они... О, это реально, нифига, такая кладка? О, хорош. Ну, у меня, конечно, была больше кладка, но тоже неплохо. Я тоже знаю, где кладка есть меди, могу показать. Прямо на спавне. Смотри, Космон, ты неправильно делаешь. Давай я тебе объясню. Смотри, смотри, что я сейчас сделаю. Смотри, как это нужно делать. Видишь, вот только по контуру, только контур ломай. Даже вот этот лишний пиксель не ломай. Да, вот этот, который сейчас сломал, понял? Надо, главное, отделить нужную часть от ненужной, понял? Пингвин вылетел. Так, лезвие нужно. Пингвин вылетел. А я, Космон, что делаю? Ломаю блоки? Да. А то пингвин вылетел. Что-то, видимо, да, что-то с интернетом у нас тут происходит. Так, я по этой шахте еще пробежался, но здесь ничего интересного не нашел. Волчица на тебя напала, да? Да я матерюсь всего-то. Ладно, ладно, тут ситуация, понимаешь, типа не дефолтная разговорная, на него волк напал. Когда на меня животные нападают, я тоже ору, как, ну типа, они здесь реально пугают жестко. Просто, не, я иду, и все, я умер. Это, понимаешь, я даже не видел, откуда меня цапнули. Или там вещи, глина так-то. Там у тебя на карте метка должна быть. Да я понимаю, я бегу туда, но в целом обидно. Ой, кстати, надо свою старую метку убрать, а то опять меня слышу. Давай, давай, давай. Остановился, равно умер. Все, я его завалил. Не, животных здесь вообще легко убивать. Единственная проблема с агрессивными. Ну, не все типа, ну, агрессивные, просто их можно... Я смотрел обновления, тут какие-то, ну, появились динозавры, по-моему, да? Динозавры, не знаю, динозавров не встречал. Или кто там? Волки. Ой, ты встречал динозавров? Нет. Динозавров. Велоцирапторы, да, здесь бегают. Да, длина шеи, главное, не встретят. А какой потом... шанс выйти на улицу и встретить динозавра? Я думаю, 100%. 4 часа играем, пока ни одного динозавра. 50% ты либо встретишь, либо не встретишь. Фига себе. Это по какой такой теории вероятности я получу? Так, пацаны, надеюсь, у вас есть какая-то еда, потому что это еще очень много мяса. Нет, еды нет вообще. Я просто убил очень много животных, но я умираю от голода, понимаете? Я тащу с собой 30 мяса, даже 30, даже почти 40 мяса. Так давай, жарься мясо, жарься, я хочу жрать. А я хочу зайти. Да что у нас? Блин, зайти не может. Саня будет отсматривать материал пингвина, там будет чисто этот... Там есть чисто загрузочный. Загрузочный экран, да. Знаете, я такой жарю кабана, да, и тут кабан у нас по базе идет и просто мне в глаза смотрит. Ааа, кабан, я еще не поел! Так, хорошо, я разобрался. Мясо сюда, мясо мне в желудок, пожалуйста. Надо пойти взять парочку. Кого? Миска в желудок. Ты давай, иди работай. Так мне еды не чтобы работать. Ну ладно, я на 40 кусков мяса сделал, так что так уж и быть, разрешаю. Не, меня сейчас походу... А, слышь, Космода, зачем ты кусты красного родины прямо у нас на базе посадил? А я не знал, у меня просто было, я посадил. Не-не-не, это херня идея, тут медведь придут. Они агрятся на кусты. Да, да, у нас мы год назад... В натуре? Я тебе скажу так, ты вот просмотрел прошлые годние летсплеи, да, мы знаешь, из-за чего закончили? Ну, из-за того, что посрались, во-первых, друг с другом. А во-вторых, типа, у нас там просто пришло 50 медведей и выгнали нас из игры. Когда мы просто развились уже? Ну да, мы развились, ну, у нас не хватало ни оружия, все ломало, 50 медведей пришло. Мое. Да, это вообще жестко было, бро. Бери мясо, вон, не голодай, короче, бери мясо. Короче, друзья, я понял, какая листва 100% даст ветку. Какая?
Там, где палка нарисована. Да, в ней палка стоит, так что бесполезно ломать всю листву, там просто где в листве палка. То есть это текстурка отличается, ты ее ломаешь, у тебя всегда палка падает. Казан, что здесь за куст посадил с костром? Я пытался поесть. Жесть. Так, понял, вот у меня есть средний кусок смородины медь. Самородная медь, что делать с ней? Ну, возьми в инвентарь, сломай молотом этот кусочек, маленький кусочек, засунь в тигель. Ага, и молот, все, вижу. Все на фул, да? Да, разбиваешь просто на мелкие. И теперь кидаю сюда, правильно? Сверху. Ну. Ага, во, вижу. Ой, ну нормально вроде распределил. Я тоже надыбал огнеупорную медь, кстати. Так, и уголь, сколько туда угля вообще нужно засовывать? Да, 2 кусочка хватит. Все, и потом оно все переплавится и внутрь, правильно? Ну, переплавится и а дальше я беру эту херню щипцами и заливаю в слитки. Да, в слитки. Так, ладно, тут эта хрень делается, нам нужна уголь, новая яма угольная срочно. Ну, дерево добываю. Добывай дерево. Да, нужно очень много топоров, да, вот, добудь дерево. А зачем кусты ты не убрал, Казмот? Я просто дерево пошел бы добывать. Да кусты бы срезал свои ужасные. А как его доставать, погоди? Нам нужно именно в правую руку взять, правильно? В левую, да, возьми вернее. В левую слот, поставь щипцы и просто бери их в руки, любой, да? Слот инвентаря. Ага. Все, да. Ты. Ну все. А, и просто выливаю в слиток, правильно? Залить, ну, выливаешь, металл. Да. И разлей по формочкам. Залей в слитки, сделай кирку. Сделаю топор. Нет, топор, мне кажется, проще пакистанский. Или что, думаешь, нормально? Не надо топор, ребята. Ну, оставьте. Да вы что, прикалываете? Что за экономия, чуваки? Давайте, надо, конечно. Мы так быстрее будем развиваться, быстрее. Согласен. Ну ладно, согласен с пони. В чем смысл жить, типа, в мете? Когда будем еще. Это надо время на нее тратить. Лучше идти добывать что-нибудь хорошее. Нет, чуваки, вы это, алло. Так, я раздел. А можно как-то быстрее остудить? Или это будет, ну, не работать? Не, бро, нельзя. Короче, я знаешь, что, пони, думаю, пока что вот этот вот рядом с наковальней, рядом со слитками, будет такая херня, ну, типа, корзина. Туда скидываем щипцы, молот, чтобы вот у нас был сундук под нужды этой церкви. Да надо стойку просто сделать. Ну, мы сделаем. Кстати, где как вообще оформление? Вот дом, то, что я здесь гору снес, на теперь, видишь, как красивенько стало, что думаешь? Да нормис, бор пойдет вообще. Ты оцениваешь это ну, типа, если вот я был бы Яндекс.Таксистом, и ты бы проехал, использовался моими услугами, сколько бы ты поставил бы звезд? Ну, не знаю, ну, 4 поставил бы. Спасибо, пони, за такую хорошую оценку. Я дом из говна построил. Так, а что ты, тебе с ямой помочь? Да нет. Так, погоди, нам еще нужно, получается, из глины сделать кирпичи. О, я помню эту фигню с печами этими. Это вообще же ужас. Так, погоди, а еще я хотел, знаешь, что сделать? Еще я вроде накопал себе глины как раз-таки голубой, она мне нужна была. Ой. Я уже почти 6 стаков огнеупорной глины накопал. Из глины мы сейчас снова вылетим. Да? Нет, не расстраивай. Я просто пытаюсь есть мясо, и оно не естся. Значит, это ну то же самое, что ты ходишь. Я хожу, ты у меня тоже копаешь, но у меня дело-то в другом, мясо-то не естся. Пони, у меня не работает топор и, ну, дерево. Так что держи. Топор, слот с деревом ставь. А, не надо мне кидать, правда. Пожалуйста. Бро, нет, ну я прошу, блин. Объясни так. Просто возьми и поставь топор и дерево. Бля. Топор сверху, дерево снизу, все. Да, реально. Казмот, в чем твоя проблема? Я очень мысленно занят на одном процессе. Мне тяжело отвлекаться вот сейчас вообще жестко. Я поставил топор и дерево, у меня ничего не крафтится. Нет, смотри, топор и под него дерево в верстаке. Ну, который 3x3. Слушай, она тоже что-то пиво захотела на самом деле. Не, Казмот, ты понял? Получилось, да. Получилось. Казмот, короче, просто перед видосом накидался, он не знал, что мы будем записывать видос. Ладно, пойду пиво себе куплю, друзья. Он просто, типа, только приходит, я говорю, что, Казмот записывать готов? Он говорит, записывать! Я так говорю, ну да, типа, он говорит, записывать! Я думал, мы будем просто играть. Ну, Казмот, конечно, мем. Блин, нам бы... А пила сложно крафтиться, понял? Вообще медная пила есть? Так, нужно слиток разогреть просто в этой штуке. А, и дун-дун-дун-дун-дун, молоток. Да, и все, чел, ты уже можешь это делать. А, да давай я сделаю, чтобы мы нормальный склад уже мутили. Так, я беру молоток, правильно? Получается, сейчас беру, кидаю это на наковальню, насколько я помню. Там дальше я выбираю заготовку и все, и фигачу. Там крафтить. Ой, блин, там же нужно еще не обосраться, да? Ой, не обосраться, это самое сложное, чуваки. Может, обосраться я люблю. А да, Костян, а можешь вон иди разлей. Давай, разлью, что разлить, показывай. Бери, ну, поразливай. Так, здесь сколько у нас? 100 меди, это я одну штуку могу только залить, давай. Ну, вот, давай куда-нибудь. Дай кирку лучше. А, кирку? Топор. Нет, лучше кирку. Все, топор залить. Да кирка там остывает еще. А все, некуда больше заливать, пони, все остальные формы заняты. Так, а сколько здесь меди? Тут 194 меди.
На что-то одно могу залить в этот, могу залить в молот. Просто на молот у нас есть уже заготовка одна. Не-не, давай, знаешь, как сделаем? Сейчас 100 меди зальется в слиток, а 94 меди зальем в молот, и потом дольем, если что. Так, хорошо, знаешь, что мне нужно сделать сначала? Мне нужно забрать слиток и пойти сделать свое дело. Так, ковать, повернуть заготовку. А как понять, в какую сторону он будет, типа, делаться? Я помню, там был какой-то способ быстрый. Быстрой ковки, но сейчас я уже не вспомню, как это делалось. Или все в одну сторону, механизм другой. Не, механизм, да, который сам ковал, это да, я про другое, да. Типа, что там можно было как-то настроить, чтобы было ковать удобнее. Но я уже забыл это, как делается вообще. Блин, прикольно, вот этот процесс, конечно, это самое кайфовое в этой игре, по-моему, это ковка. Оно, типа, самое такое дрочное, но при этом самое такое приятное, что ли. Так, умиротворение теперь... хорошее, да? Да, типа, расслабляет. Теперь нужно отколоть все лишнее, вроде как. Опа! Будто раньше, типа, ну, ночь шла дольше. Ага, так сейчас просто летнее время, бро. А-а-а. Так, и теперь мне нужно эту фигню в воду кинуть, да, где вода? А, вон здесь прямо вода есть, вот здесь. Ну-ка. Ой, чуваки, скоро будет у нас с вами склад. Нормальные сундуки, представляете? Слышали что-нибудь про это? Да, я помню, 2 года назад были сундуки. А-а-а, мужик, что такое? На нас тут дома мужики бегают, которые дерутся больно. Да, я их видел. У нас в траншеи 6 кабанчиков маленьких заспавнилось, представляете? Неплохо. Так, медная пила, отлично. Так, теперь мне вроде нужны доски. Одного убил. Там еще двое было. Он исчез. Он исчез. А, видимо, день начался. Ну с них сколько я уже убил, шестеренки так и не падают. А потому что с 4-го левела с 1-го левела мало падают. У нас пока 1-й левельный. Вот когда начнется кровавая ночь. Наверное. Да, там же 4-й левел самые такие сочные по дропу. Раньше, по-моему, всех падало, по-моему, прям. Нет, с этих тоже падает, но шанс вообще дерьмо. Но я вот в болото здесь забегаю сбоку от нашего дома, и здесь лес. И 3 волка! Вот, а у меня нет волков. Вот тебе повезло просто. Да не, я пробежал столько мне. Погоди, так ну в любом лесу могут быть волки. У меня нет волков. У меня все спокойно. Типа в лесу всегда есть волки. У меня спокойный лес. После спокойных лесов не бывает. У меня есть. Просто везение, Казмод. Смотри, вот ты так знаешь, будешь рубить себе на расслабоне, будешь думать, нет волков, меня никто не убьет, да, я потом вот бах. Я вот так и делаю. Видел, у нас в хате теперь кирпичи есть. Кирпичную хату будем делать из кирпичей. Ты цемент накопал, Казмод? Нет, я дерево добываю, я же вам сказал сразу. Так мы не деревянную хату хотим, а кирпичную. Так мы дерево добываем, вы изначально сказали. Да, все правильно, дерево добываем. Погоди, погоди, я роплю над молодым. Нам дерево больше всего нужно, я сейчас подумал просто, мне нафиг лучше, пускай дерево добывает. Да нормально, нормально, просто порофлим. А чё, ставим. Где пингвин-то со своими 300 стаками глины, где ты там? Я не знаю. В сундуках, дядя. Какие сундуки? У нас, которые на базе. Это, знаете, заготовка на будущее, у нас всегда будут кирпичи. Не знаю, зачем нам так много, но зато мы не кирпичи, а я тебе расскажу, пони, зачем нам так много, хочешь, расскажу? Да я знаю, как это работает, они же ломаются просто, но мы мы пока дойдем до того, что мы потратим даже эту гору кирпичей, но это через неделю, как будто понял. Не-не, для нас это будет уже к 5-й серии. У нас типа 1 серия 3 часа типа длится, мы 3 часа играем, еще между сериями часик можем поиграть. Ну то есть вот и считай. Видимо, мои мучения еще не закончены, но ничего страшного. Че там за мучения такие? А я вот сейчас, ну я типа все приближаюсь к тому, чтобы вас всех порадовать, чтобы вы сказали... Молодец, ого, мужик, у тебя, типа, ты красавчик жесткий, ты прямо вообще молодец. А, у нас угля нет, да? Я несу дерево. Это плохо. Миллион. А, нет, у нас дерево. Есть один уголь, этого хватит. 2 угля, этого точно, этого хватит, да, 2 углей хватит. Класс, я доволен. Капец, я устал умирать от отсутствия еды. Где у нас все, еды опять нет, да? Как нет, я же приносил 40 кусков мяса, чуваки. А что, только я еду приношу? Я скушу, да. Просто я обычно, знаете, как делаю? Я иду за досками, да? За деревом. По пути там пару кабанов убил, типа. Я иду там я за... Я никого не убиваю, я добрый. Ну я да, просто Пингвин говорил, у нас тут в канаве 5 кабанов. Я думаю, ну убей ты их и принеси нам еды. Так они маленькие. Ну вот, он говорит маленькие. Он еще растет. Ну, ладно, короче, я сейчас только что в лесу был, там было 5 волков. Ну типа я просто подумал, что мне... Нужно это, нафиг с ними драться, лишние нервы тратить. Ну что, пони, потом у нас будет погреб, прикинь, вот это вот, типа, вот, ну вся эта темка, ты сделаешь, да? Погреб, не сделаем. Помню этот погреб. Не, ну пони, я скажу тебе честно, ты можешь на меня рассчитывать, я тебе помогу с этим дерьмом. Так я не против, типа, тут вообще нет проблемы никакой, я просто еды хочу. Не, я мне понимаю. Вообще ничего не надо, только пища. Только пища? Да, и чтоб друзья со мной делились приколами какими-то. У меня еще 1 000 000 дерева. О, убил лесу, сюда. Дай палки. Есть палки, друзья, у вас. У меня есть 12 палок, могу дать. Фига ты дверь держишь. Смешно.
Ну и дай мне дверь, я тебе покажу. А я F5 нажал, посмотрел. Нифига, я жестко держу. Смотри, вон у нас двери. Короче, знаешь, в чем прикол, пони? Знаешь, что я сделал? Бля. Короче, я, смотри, я начал крафтить гвозди для сундуков, да? И был выбор, скрафтить 4 гвоздя или 8. Я такой думаю, ну, почему крафтить 4, когда можно 8, да? А на 8 нужен второй стол. Ну да. Я что-то... Я только подумал, типа, а зачем крафтить меньше, когда можно скрафтить больше? Ну да, обманул систему, бро. Да, ну я что-то тупанул, да, я типа не догадался, что это... Ну это вот эти конченые игры. Не было написано, требуется 2 слитка. Боже мой. Я не знаю, я увидел, что типок умер просто. Разбился. Да я схавал, блин, грипп называется. Чел. Ужас. Ну, я думал, знаешь, там, типа, ну, может, отравление какое-нибудь. Нет, сразу смерть. Пингвин, ты же ходил по грибы в лес? И? Ну, ты должен знать, какие грибы можно есть, а какие нет. А что, вам нравится вообще это место, где мы существуем? Я просто не думал об этом даже. Что мы не существуем? Я помню, у нас было... Нам этот плейс нравится вообще? А мне нравится. Два года назад мы с пони переехали в другой дом и жили отдельно. Не, ну мне нравится этот плейс, он потому что есть такие горы красивые, речки, типа, все есть. А что, ты хочешь переехать уже? Не, я просто спрашиваю. Не, я знаю, что предлагаю пони. Вот у меня есть отличный план. В этот раз я, ну, видишь, мы уже как минимум не срёмся, просто в прошлый раз мы прямо в первой серии же срались. И я думаю, что мы реально в этот раз, вот я сейчас прямо заявляю на видос жестко. Короче, я заявляю, что, скорее всего, мы сейчас, ну, дойдем дальше, чем в первые два раза. И я предлагаю, что сделать. Давайте здесь останемся на ближайшее время, а потом просто с помощью шестеренок скрафтим портал и уже выйдем в другую точку и будем телепортироваться между этой базой и второй. Официально заявляю, говорит. Официально заявляю, да. А я потому что чувствую, что, ну, мы далеко в этом. Раз зайдем. Я прямо уверен в этом. Типа я. До портала мы не дошли в прошлый раз. А в прошлый раз, когда ты играл, Космо, тогда порталы были добавлены, но их вроде бы нельзя было перетаскивать. Нет, можно было добыть. Я смотрел. Да, они уже работали. Да. Не, они работали. Там была, знаешь, чем фишка? Это можно было не в креативах на видосах таскали, Космо. А в реальной жизни это нельзя было. Типа, в реальной жизни ты должен был найти портал. И, типа, переносить их нельзя было. Да, а сейчас вроде уже можно найти, можно его даже перенести, понял, короче. А-а-а. Ну, я не уверен, конечно. Может, в пещере, да, я помню, что их можно было найти и телепортироваться в определенную точку, типа. Да, теперь можно как-то и с ними коннектиться. То есть, в целом, плюс есть элитры. Элитры тут да, есть. Да, здесь добавили элитры. Так, Апони, а у погреба же там ничего не нужно сделать, а просто нужно прокопаться вниз, да, и типа, чтобы там, ну да, там, типа, нужно, должно... быть помещение полок. Закрытое, холодное, типа... Ну, прикинь, как в реальной жизни, как бы ты сделал? Типа, игра сама определит, что оно закрытое, холодное, правильно? Главное, да, да, да. Люк вниз. Тоже на это влияет, двери закрыты, люк то есть комнату надо влияет, прям погреб сделать, понял? Понял, люк сделаем. Погреб у нас будет в складской комнате. Вы издеваетесь? Уголь все это время был, ровно 2 кусочка! Где? В корзине лежали! Ну, бро, как говорится, Диор, ты знаешь, вот... Есть такое понятие Dior, называется do your own research, типа. Research моя сам, проблема. Бро. Не доверяй людям, понимаешь? Проводи сам research. Просто у меня корица, я думаю, заготовка, ее теперь нужно ее разогреть, потом нужно будет слиток еще разогреть. Да, и на слиток поставить, да. Да, я просто одновременно их не могу поставить, понял, не короче? Можешь. Да, в этом-то и проблема вся заключается, понял, в том, что не могу. Так, главное нигде не обосраться, пожалуйста, демастер, сделай все нормально, не торопись. Главное не сломать лишний пиксель, иначе все будет плохо. Так, все, последние 3 пикселя. 1, 2, 3. Готово, ура! Я тут, конечно, вообще постарался. Теперь у нас есть сундуки. Наконец-то, боже! Ты посмотри, сколько там места, пони. Открой его, открой. Это твоя сумка? Да, сейчас это все забьется. Он где-то шипит опять на меня. Уже с другой стороны волк, еще один! Ужас, беги, пингвин, не дай им себя поймать. Второй волк, нет! Да, как все плохо, да, боже, я уже сгораю уже сейчас от этой возни с волками. Я сгораю от любопытства, друзья. Знаете, чем я занимаюсь? Я сортирую сундуки. Так, я принес мясо. Это моя была туда, что? Пару лет назад. Ну да, но сейчас-то тебя нет. Я дрожал, ура. А ты еду принесешь? Я принес. Принес еды? Класс, пингвин, ну, поздравляю. Я нажарю теперь. Ты справишься, я в тебя верю, пингвин. Ну, с этой задачей ты справишься? Испорчу через один день. Вместо ее долго нес, она уже порченная. Сундуки, ё-моё. Открой сундуки, посмотри, как там сортируешься. Вау. Скажи тема, да? Хорошо. Ну, скажи, как будто бы вот по-чечески... Знаешь, задумываешься такое вот в Майнкрафте, да? Мы это делаем в первую минуту игры, да, сундук? Ну, да. А в этой игре мы отыграли, ну, сейчас уже час 30 мы играем, да? И до этого 3 часа играли, еще между этим час, то есть...
на пятый с половиной час игры у нас сундуки. Не, ну мы могли их раньше, конечно, сделать. Условно, типа, базару нет, да, базару ноль. Типа, раньше могли сделать. Но сделали-то на пятом часу, правильно? Больше тяжело, если честно. Это факт, с этим Казмот никто не будет спорить. Но в этом и прикол-то игры, знаете. Зато вот мы сделали сундук, и типа, ну... В Майнкрафте ты как бы не получаешь удовольствие от того, что просто сделал сундук, ну, это типа дефолт, да? Там тебе нужно, чтобы получить прям удовольствие от игры, какие-нибудь мощные фермы фигачить, вы поняли, да, автоматически? Только приходите показывать всем такие, смотри, вот я кнопку нажал, да? У меня бах, тут типа 10 тысяч стаков железа за секунду, да, типа делается. Вот, а здесь типа ты даже от того, что сундук скрафтил, уже получаешь удовольствие. Кстати, да. Блять. Ай, кабана кто привел? Казмот, ёб твою мать! Короче, еще хотел сказать то, что пингвин, пока вот мы час вот этот вот играли, забыл всем про это вообще рассказать, сейчас расскажу, да? А он просеял из костной муки алмаз. Там не алмаз, ну там типа кусочек. Что так, кусок алмаза какого-то. Казмот, ну ты, конечно, подстава с этими своими этими кабанами. Я одну палки принес. Не знаю, ни одной палки не увидел, а кабана я видел, блин, в лицо. А кто мой труп залутал? Эй, мы постребованы требуем, что у тебя его вещи? Да нет, у меня я чё? Ну палки просто. А, палки? Да-да-да, хотя бы палки. У меня копьё... А, 60 палок есть, 60 палок есть. Всё, да. Отлично, главное, что я их не задобывал. Не, погоди, ну у тебя же сумки еще были. Ну, сумки, я не знаю, где-то потеряешь. Не, а где твои инструменты? Инструменты тоже давно потратились уже. А, то есть ты просто пришел с 60 палками и все? Да-да-да-да-да. Ну ладно, тогда ладно, я просто подумал, что это... Что, ну, а сумки в любом случае где? Сумки я уже взял новые. Новые? И, то есть рогоз вот куда уходит есть, да? Да я добыл этот рогоз, давай начинай. Ну, понятно. Да. Ну и что, погоди, ты его добыл, то есть ты внес склад в общину, да? А и чтоб... потратил в общину. Ну да, чтобы восстановить, как это вообще, типа, сейчас я пойду добуду новый рогоз просто. Давай-давай. Посветлеет. Пингвина, зачем ты куда-то ходил? Я вот зашел к этому коврагу, да, который ты выкопал, тут уже есть кабаны. Я тебе говорил, выкопай еще 2-3. Они были маленькие. Они большие уже, там один уже большой. Я просто говорю, потому что, типа, выкопай 2-3 оврага таких, и пока в одном будут расти, в другом уже будут здоровые жирные кабаны. Я, наверное, знаете, что подумал, раз кожа портится, тогда я сейчас сразу же бочки скрафчу, сразу же там воду за эту заизвещу, и, ну и, наверное, что, типа, тянуть, все равно это понадобится херня, понимаете, да, о чем я? Все равно нужно будет это сделать когда-нибудь, и, ну, если не затягивать, то в целом, ну, чтобы, ну, у нас просто шкуры лежат, а так они хотя бы, ну, не испортятся, что ли? Ну, да. Сделаем кожу, кожа точно не портится. Так, ладно, раз уже светает, я убежал, чуваки. У меня, конечно, с собой мало еды, но надеюсь, там ягоды какие-нибудь по пути подщипаю. Но я в целом не собираюсь на какое-то долгое путешествие. Я собираюсь так, поискать где-нибудь мел. И я помню, проблема самая главная была, это в еде всегда. Не-не-не, еда, она решается, когда у нас появится погреб. Но погреб я бы сделал, но пока я все-таки хочу заняться сумками. Может, оно... Будет у нас инвентарь с кожаными хорошими рюкзаками, это типа, ну, совершенно другой. Боже мой! Видно, тебя там убили кто? Подбросило слишком близко к краю. О, это волки! О, я потушил факел. Если вы будете бежать и будете видеть мел, берите мел. А если увидите залежу этого мела, да? Либо что-то похожее на мел, то поставьте вейпоинт, потому что мел нам очень сильно нужен. Ну, поищу мел сам, если не найду, то на вики пойду читать, где его добывать. Чуваки, смотрите, бежал просто, бежал. Что это просто? У меня, знаете, что здесь? Улей в воздухе висит. И пчелы просто летают, просто улей в воздухе. Дайте я даже здесь вейпоинт поставлю, что типа здесь улей. Так, Ты помнил, что ну, в прошлом улей был важен. Не, ну а пони там разводил улей, но тут просто улей чисто в воздухе. Улей. Теперь тут прямо с пчелками совсем, думаю, вряд ли они погибли. Просто он в воздухе висит, как в Майнкрафте, знаете, эти острова всякие бывают. Да, заспавнилось так странно. Короче, ребята, побегал я по лесу, значит, поискал себе мел. Мел не нашел, также не нашел, дубов, не акаций. Зато нашел, знаете что, хвощ. Вот, а хвощ это хилки. Поэтому сейчас я принесу, у нас будет немного, ну я не знаю. Это точно. Я это хвощ было, использовал, знаете как, типа, у меня закончилась еда, я просто хилился вместо того, чтобы есть. Раньше же это большие хилки, да, по-моему? А, нет, были. Если с льном большие хилки, а если без просто? Льна, то с рогозом, то это мелкие хилки. Но хилят нормально даже мелкие хилки. Я думаю, можно пока его оставить, не тратить. И этот, когда в данжи пойдем, ну, уже пригодится нам эта темка, я думаю. Я вообще не помню, тут есть какой-то, ну, наподобие бедрока, типа? А, по камень снизу, думаю, есть, да. Думаю, я есть просто не помню, мы копались вроде бы. Ты копался, эти шахты, причем. Я? Ну, там вообще Ама любил по шахтам ходить, когда ты с нами играл.
Амжа мы постоянно звали эти шахты, а мы постоянно туда приходили, сосали, и такие говорили, Ама, зачем мы сюда пришли? Зачем мы пришли сосать? Да, огромную. Да. Ама, конечно, в этом плане был рофильный, да. Нас били, унижали. Да, мы уходили в пещеру, нас били, унижали. Ну, это реально так и было? Да, так и было. Да, крутое было время. А если вы не знаете о чем, то вы можете посмотреть предыдущие два наших прохождения. Ну, второе не советую. Там просто, ну, если вы любитель послушать, как люди срутся, орут друг на друга и покрывают друг другу хуями, ну, по-другому не сказать, ну, только так и было. То вот наше второе прохождение, это про но. Про но. Видимо, какой-то год агрессии был у нас тогда, я вам так скажу. В этот раз, конечно же, все наоборот, как видите, и я, если честно, прямо вот сказочно кайфую от нашего текущего прохождения. Сказочно. Реально, сказочно. Не, я серьезно, мы типа записываем, мы уже играем в эту игру часов 5, даже больше, 6 часов, что сейчас пошел, вот мы играем. И ни одного срача, чуваки, я Костян, уже Костян, готов ты же вообще обнять. Там лютый путешественник, Даша путешественница. Я, да. Давайте геологический молот дам. А я уже ушел, Я же ненадолго ухожу, я просто, видишь, просто у меня стрикая цель, понял? Ты просто отходил, да, в этот момент? Я тебе расскажу еще раз быстренько, да? Я хочу скрафтить как можно быстрее рюкзаки, чтобы кожа не пропадала просто так, она просто портится. Но если ее сделать кожей, понял, то она портится не будет. То есть, как бы выгодная, пока она у нас есть, ее... О, дубовое бревно, все, я нашел. Выгодно, короче, ее переделать. Чтобы, ну, просто у нас там уже половина кожи в гниль превратилась, понял? И это не круто, я считаю. Мне нужно, чуваки, если найдете мел, пожалуйста, просто. Мел, известняк, вот такая вот жопа, если есть. Я просто бегу, я уже столько пробежал в одну сторону, держу в другую сторону бегу, и нигде этого известняка нет. Ой, нифига, чуваки, знаете, что я нашел? Я нашел ледяные горы. Но я нашел сраные ледяные горы, но я не нашел известняк. Чуваки, если кто-то найдет мел, да, я говорил поставь уже. Поставь точку. Да. Я уже где-то говорил, да, это мел нужен жестко. Кремень выпишешь. Кремень выпишу, да. Кремень тут легко выписывать. Ну да, чем богат, тем и, ну, кичусь. Что? Что, кремнием богат? А что-то потемнело и дождь пошел, а у вас нет? А я вообще в кайфе, у меня солнышко, бро. Капец, жесть. А факел, кстати, подождем, не тухнет, не доработочка. А что, хотел, чтобы тух? Нет, не хотел, просто говорю, что не доработочка. Просто, когда куешь железо, да, типа, реализм 99 уровня, а когда этот бежишь... с факелом. Просто есть, они даже, знаете, какой баг пофиксили? Они баг пофиксили, что если ты с факелом в инвентаре прыгаешь в воду, не в руках, а в инвентаре, он тоже тухнет. Раньше был баг, что он не тух. Он тухнет, чё? В воде всегда тух. Не-не, он всегда. Когда в руке тухнет, а если он у тебя в инвентаре глубоко, то он тухнет. Раньше не тух. Знаете, такой биом, вот, в который я пришел в новый, да, он прямо вот, ну как будто меловой должен быть. Не знаю, я медь собирал, у меня... 32 меди. Да, ты можешь там вот в шахте, в этой, которую ты копаешь, мел найти? Медь могу найти, хочешь найти медь? Вот не, медь мне нужно мел. Пока медь есть. А мне... Капец, дождь атмосферный стал. Да, дождь стал вообще. Он причем начинается прям как настоящий дождь. То есть в Майнкрафте тебе просто на голову его льют и все, понял, да? А здесь типа он у меня так... Сначала тучи сгустились, потемнее немного стало, знаете. Причем не резко, а плавненько. Маленькие капельки пошли, потом он разогнался. Потом гроза началась вдалеке, прямо она такая, прямо, ну, атмосферная. Короче, ставлю за вот в Майнкрафте дождь мерзкий. Он прямо когда начинается, хочется сразу же Weather Clear прописать, понимаете, о чем я, да? А здесь, типа, он начался, и такой, типа, блин, ну круто, дождь. А второе что не подвел. О, у меня резко солнце началось. Да? Прямо как в реальности пробежал, знаешь, что тут дождя нет. А у меня есть вообще, я прямо, мне кажется, в самом центре, эпицентре этого дождевика. Все, я, блин, а у меня просто не шашлыки жарят, прямо... Окно открыл, чувствую, шашлычком пахнет. Пингвин, а я вообще не понимаю, просто пиражные карты. Давай шашлыки замутим. 500 минус 2600. У меня минус 2200 минус 1000. Я тебе так скажу, мела здесь нет. Как говорится, демастер не нашел мел, но он нашел лайк под видосом, который вы поставили, который вы все это время забыли поставить, но вот сейчас как бы резко вспомнились, да, когда я вам напомнил. И сразу же жесткая мотивация появилась поставить лайк, да, поддержать меня, начинающего ютубера, так сказать, да. Вот, поэтому, ребятки, давайте не стесняемся, поддерживаем. Ну а на этом мы с вами прощаемся в целом. В этой серии, ну, произошло не так много всего, но в целом прикольные вещи мы сделали. Но как будто мы немножечко подзастряли сейчас в развитии. Вот, но думаю, что в следующей серии мы уже, я постараюсь сделать уже нам сумки кожаные. Ну, хотя бы не всем, но хотя бы, чтобы у каждого была по одной кожаной сумке.
И это будет, ну, реально кайф. Ну, к концу серии точно будет, за 3 часа, думаю, они сделаются. Вот. Так что, ребятки, ставьте свои лайки и обязательно досмотрите до конца, потому что мало ли что будет в конце каждого ролика. Ну, там пингвин будет с автоматом. А может, я их за костюм найду, а? Так, вот, да, ну, а это все, да. С вами был я, Демастер, так что у нас еще был Пони, Пингвин и Казмод. Подписывайтесь, ставьте лайки, всем удачи и всем пока-пока, ребятки. Пока-пока.